В 14 часов 7 минут поступил вызов на пульт 101 о том, что по улице Солнечная 1 задымление в подъезде. Наше подразделение прибыло в течение 6 минут. Поднявшись на 9 этаж, было установлено, что видимость нулевая, задымление. Пристройка между 8 и 9 этажом, открытое горение. При помощи спецагрегатов из нашего оборудования было произведено вскрытие профлиста и подан ствол для тушения пожара. Пожар ликвидировали в течение 5 минут.